Милан Джурич открывает счет, а пас ему дал все тот же француз Дефрель. И опять ошибся Пирло с передачей. Вторая подряд. Вот, пожалуйста. Вроде бы о роли полузащитников говорили. Предыдущий эпизод, когда Дефрель не забил, ошибся Пирло. И теперь вновь он делает неточную передачу. Я думаю, что для игроков вот с такой техникой владения мячом, когда они буквально вот гладят этот мяч, соприкосновение мяча с газоном имеет очень большое значение, потому что, ну, здесь все буквально доведено до автоматизма. Если отскок хоть чуточку не такой, как на естественном газоне, наверное, это доставляет определенное, наверное, совершенно точно это доставляет.